Так, готовлю я ужин. Такая у меня еще морковка. Осталась с супом. Здесь две картошины. И какую-то я свеклу нашла. Ее тоже сейчас буду чистить. Дима, тихо. Так, я люблю чистить картошку. А, и фарш. Фарш я, скорее всего, сейчас сформирую, как... как там называют-то? Как фрикадельки, только большие. Короче, будут просто отварные котлетки у меня. Вместе с картошечкой. Сейчас вода там закипит. Морковка. Ее тоже так же. Хотя нет, ее надо немножко. Морковка мясо, да? Так, туда. Мясо, да, мясо. А потом мясо. Сначала да, мы мясо с тобой забросим, а это я уж просто приготовила. Так, свекла. Свекла. Сейчас не люблю, честно говоря, свеклу. Потому что. После нее потом столько грязи этой, ничего не отмывается после нее. Ходишь потом весь как инопланетянин какой-то. Кайси, да? Кайси, да? Опа. Так. Блин. Ставить ее не хочу. На эту доску. Опа. Все. Вот наши фрукты. Ой, фрукты, господи. Овощи. Ягоды. Да, вот наши с вами ягоды. Сейчас мы с вами будем готовить мясной компот. Да, Дим? Скажи, мама, что ты говоришь? Какие ягоды? О каких ягодах вообще идет речь? Так, и у нас лучок вот такой вот. Все, красный стал сразу. Не знаю, зачем я его помыла. Обычно я эту шелуху оставляю. Мы на даче, потом, когда картошку сажаем, эту шелуху добавляю. Но это было раньше, давно очень, Дима. Когда-то давно очень было еще. Еще ребенком я была. Как? Сажали. Кто помнит, смотрел обзор моей дачи, у нас была еще не в прошлом даже, а позапрошлом году два участка. В прошлом году мы просто его продали. И там был прям огромный участок, 8 соток. Вот. И когда-то мы тот участок, целых 8 соток, засаживали картошкой. Всей семьей. Прям на нас, я помню, соседи любовались. Там у нас человек 7-8, что ли, было. Вот. Что тут такое за грязь? Это уже правильно. Так, ну его я потом просто вот так вот порежу тоненько-тоненько. И мы добавим его... Куда? Кашу, да? Какую кашу? В картошку. Картошку. Вот, и поэтому у меня осталось, честно говоря, вот эта вот привычка оставлять вот эту вот всю шелуху. И даже вот эти вот я снимаю. Не знаю, почему-то я их не очень люблю. Вот первый вот слой я всегда снимаю. И вот эти вот, я их, то есть, сушу, складываю в мешок, а потом у нас начинается дачный сезон, и мы смотрим, кто больше привез. Тот и выиграл, и получает конфетку. Но последние годы, или не последние, а несколько лет назад, у меня прям не получалось. Я только накоплю, свекровь приедет, выкинет. Я, как мой мешок выкинул, у меня там такой мешок был. Начинаю опять копить, только накоплю, свекровь приедет, выкинет. Я ругалась с ней, не надо, не выбрасывайте. Ну, бесполезно. Сейчас я опять начала копить, но я уже прячу этот мешок. Но у меня очень мало получается ее, что там.
Этот мешок я постоянно теряю. Кстати, у меня где-то он был, я уже не помню где. Ладно, пускай лежат. Сейчас я их на самом деле коплю для... на Пасху, чтобы мне покрасить яйца. Я хочу, у меня вот здесь красная шелуха и вот, наверное, такую. Хотя не знаю, с чем я коплю. Не знаю. Так, и фарш. У меня вот такой вот фарш. Вот, из него я сделаю, наверное, 4 котлетки. Да? И мы с тобой их отварим, типа, как будут котлетки на пару. А покипит немножко. Ай, ай, лук убегает. Так. Ну, они у меня будут просто пресные. Мы сейчас уже ничего абсолютно не солим. Я уже, на самом деле, привыкла. Даже сегодня мы ели с утра с тобой. С утра? А, в обед мы с тобой ели гречневую кашу, абсолютно не соленую, ничего вообще. Я ем и понимаю, что она очень просто вкусная. Без соли, без всего, абсолютно без всяких специй. Вот. Так. Сейчас мы с тобой будем... их формировать. В прошлый раз, кстати, с вами готовили. Тоже, кстати, индейка у меня. Было очень вкусно. Так, вот так у нас получается. И, наверное, я сейчас сразу буду бросать картошку. Как раз они сейчас все вместе у меня... и сварятся. Так вот. Такой у нас с вами супчик. Там котлетки. Сразу они такие стали на курицу похожие по цвету. Так, прибавили. Все, и все это варится, потом покажу, что как там получилось у нас. Опять грязная ножница, что ж такое? Короче, режем мы ее. Так вот. Ребенку можно немножко помельче их сделать. Оно у нас с вами горячее. Мы насыпаем вот такой вот у нас есть лучок. Лучок. Зеленый замороженный. Мы его вот так вот разбрасываем. Я морозила еще летом. Так, также мы солим, вернее. Потому что она вкусная именно когда с солью и подсолнечным маслом. Ребенка тоже солю. Добавляем специи. У меня здесь кориандр молотый. Обожаю его просто прям вообще. А что-то у меня в одном месте. Если честно, он вообще что-то его не чувствует, сколько бы я его не добавляла. И чуть-чуть так вот ребенку, чтобы он привыкал к специям. И добавляем молотый чесночок. Здесь уже ложка торчит, я ее здесь оставляю. Это мы тоже, кстати, с вами делали его, сушили. Перемалывали. Так, и ребенку. И будем добавлять с вами такое вот кубанское масло подсолнечное. Раньше оно было очень-очень ароматным, вкусным, а сейчас вот поменялась этикетка. Я не знаю, может, поменялся и сам производитель или что-то, я не знаю. Нет, конечно, уже не так он пахнет. Вот, себе чуть побольше. И немножечко ребенка. Хотя нет, я тебе лучше добавлю оливковое. Да, Дима, не трогай ты, господи.
Что же это за хулиган такой? А, еще лук, кстати. У нас есть вот такое вот подсолнечное, ой, господи, оливковое масло. А, это был как раз у меня обмен. Я тоже на влог это все снимала, на камеру вернее. Вот, я обменяла его на детскую ванну, горку и две погремушки в обмен. То есть, ну, в принципе, детская ванна я ее покупала за 600 рублей. Поэтому где-то вот на то и вышло. Так вот она выглядит. Вот. Мы чуть-чуть сейчас ребенку. Оп, чуть-чуть его. Вот так вот. Ну, это, в принципе, я для Димы. То есть его товары, как бы, купленные как на его деньги, которые нам выделяли. Так. И все это мы перемешиваем. Ну, как бы куплено на Димины деньги, то есть детское, да, его. И также как бы обмененное тоже для Димы. Хоть и еда. Ну, очень удобно тут. Все стекает что-то в одну сторону. Обычно я вот таких перемешиваю. Это Зиме. Большая тебе? А маленькую твою я, что ли, буду есть? Так, свеклу я так и не сварила. Бросаю. Вот она у меня. Что-то я ее не стала бросать. Потому что подумала, что... Так. Все мы сделаем. Сейчас я вам покажу. И еще я хочу сделать десерт. Берем и банан. Короче, у нас тут есть варенец. Я хочу попробовать банан. Покрошить в этот варенец. Будет вкусно, интересно. Мне кажется, будет вкусно. Как типа йогуртом, что ли. Ну и, короче, мы все это перемешиваем. У нас там уже лежат какие-то семена, которые мне дала мама. Я забыла, как они называются. Ну, они, короче, там чем-то полезны. Так, я у Димы. Так, ну вот, получается, у нас наш ужин с Димочкой. Здесь вот Димина, здесь я ему порезала уже эту котлетку, лучка положила, морковку. Еще надо все это перемешать. Наши десерты, мои яички. Так, Дима свое яйцо чистил. Чуть-чуть еще не дочистил, сейчас его почищу. И моя еда. Котлетка. Два яичка. У Димы одно яичко. И сейчас мы будем кушать. Да, Дима? Кушать будем?